Всем привет, ребята, с вами я, Эрманов. И сегодня, ребята, у меня тут такие часы есть. Ну нет, ребята, мы не сделаем обзор на эти часы. Мы сделаем, ребята, обзор на кое-что получше. А именно видеокамеру Panasonic RX10. Ну, можно сказать, популярная видеокамера была в свое время. Это камера от моего папа осталась. Мой папа, когда был молодой, купил себе. Вот, и она у него осталась. Ну, без дефекта не обошлось, ребята. У меня не открывается крышка для этого, кассет. Вот, ребята. Она тут включается сейчас. Тут, может быть, видно то, что уже вот... Сейчас я нас буду смотреть. Секундочку. Время надо, ребята, чтобы она... все. Вот, ребята, когда смотришь сюда, кажется, что тут черно-белое. Ну нет, ребят, он снимает цветным, но кажется, что тут, ребят, черно-белое. Вот. Это видеокамера из 90-х. Тут, ребята, вот эта кнопка приближать и отодвигает. Вот. Вот тут, ребята, эта кнопка должна мы открыть вот эту штуку. Но она не открывается. Смотрите, нажимаю. Что вот это? И здесь слышите этот звук? Не открывает он. Он ее не открывает, ребят. Либо же заело что-то здесь внутри. Если у вас кто-то бывает такая камера, и бывает ли у вас такая проблема, мне скажите, пожалуйста, я ее хочу восстановить и думаю поснимать с нее. Конечно же, это сейчас в современном мире она вот ничего не подтянет, да, никакой компьютер. И тут, ребята, у нее есть инструкция. Ну, я понимаю, инструкция, не то, что эти маленькие книжки у айфонов. Ничего не видно. Вот это человека ударишь по башке, он сразу же откинется, ребят. Вот. И тут у нее, ребята, еще есть его два аккумулятора, и они оба не рабочие. Ее я запитал от его места вот тут вот. Подключаешь, и она включается. Так включается, так включается, ребят. Не будем ее мучить. Тут, ребята, есть куча языков, даже русский. И вот. Сейчас я открою. Вы офигеть от его размеров. Как будто бы какая-то карта, ребят, для этого путешествий. Книга. Целая книга, ребята. Вот. Вот это раньше, ребята, конечно же, не жалели деревьев. Ну что ж, ребята. Эта камера суперская, как по мне. Туда она тут еще открывается. Вот. Вот. Если вам видно. И она так вот. Вот. И все ее можно держать. Ну сейчас, ребята, так отсоединю, чтобы показать вам, как она держали ее жарче. Ну, где-то так, ребята. Эта рука просто, ребята, отдыхает, а вот эта снимает, вот, можно сказать. Вот. Там жалко, эта камера, что не работает, немного поломанная. А на самом деле, ребята, она так шумит, ребята, то, что на кулер моего ноутбука более тихо. Не то, не как у моего ноутбука, ребята. Тут, ребята, как вы видите, у меня машинка, у нас не простая машинка, а бакинский передок Асерлов. Вот. Тут, ребята, разные камеры у меня есть. Вот. И мои флаги. Ну что, ребят, кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Эр Иманов. Всем пока.